Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на Феры и не будь жопой коня. Дела. Я рассказываю прямо сейчас, как у меня дела. Деналу! Хочу попасть к вам в команду, но понимаю, что вряд ли это произойдет. Слушай, давай так. В моей команде Натаха — это артер, который рисовал мне несколько лет арты. Я ее запомнил, то что есть такая Натаха, которая рисует арты. Я ее запомнил. Спустя время я ей сам написал, потому что я ее уже косвенно знал. Софи Грей, Ашан — это мои фан-аккаунты. Это тиктокеры, которые вели про меня фан-аккаунт. Спустя несколько, там, спустя год, условно, или два, после того, как они вели про меня ТикТок, мне сказала Натаха: слушай, там есть такая Софи Грей, есть Ашан, которая ведет про тебя ТикТоки. Они вроде прикольные. Я посмотрел их ТикТоки, такие, ну вроде харизматичные. Возьму в команду. Клайп, Бишка победили на рулетке, а потом победили в хардкоре. Икс Данил сначала смотрел меня где-то фига у тучу лет, приходил на каждый стрим, донатил на каждом стриме, я его уже запомнил, и спустя фига у тучу лет я его уже помнил, то, что он так часто приходит ко мне на стримы. Я взял его в команду. То есть, понимаешь, вот эту вот последовательность, то, что каждый человек, кто есть в команде, попал в команду, потому что он что-то делал. Кто-то меня много лет рисовал, кто-то много лет донатил, приходил на стрим. Мы, кто-то много лет ввел фан-аккаунт, кто-то выиграл в рулетке, выиграл на хардкоре. То есть каждый человек заслужил, чтобы это произошло. А если человек сидит, чешет попу и такой: я не за меня не берет в команду. А как я про тебя узнаю? Как я узнаю, чего ты стоишь? Как я узнаю, кто ты? Вот я и рассказал весь секрет, которым интересовались подписчики на протяжении последних, наверное, 7-6 лет, как попасть в команду. Вот! Я по-другому уже не могу никак сказать, потому что нет какой-то волшебной таблетки. Надо что-то делать, чтобы попасть, а не просто сидеть и ныть об этом. Вновь готовлюсь к поступлению в художественное училище. Сейчас учусь композиции. Поздравь меня, наконец-то появилась мотивация к этому. О, молодец. Рисовать это хорошо. Не то что... Но главное, не будь как Натаха. Она рисовала, после того, как попала в команду, перестала рисовать. Я ее скоро выгоню. Хочу сказать то, что Натаха наконец-то начала строить вот этот вот ресторан. Но вообще не похоже то, что она его начала. И здесь дом жены Ярика Виты. Жены Ярика Виты. А, ну да, все нормально сказал. Я подумал, я фигню какую-то сморозил. Жены Ярика Виты. Ее же Вита зовут. Я же не сказал жены Виты. Ну, у меня после записи просто мозг уже атрофирован. Бедный аксессуар ли заключили? На первом этаже бомжатник. Ну, хотя первый этаж это как бы подвал, да? Но бомжать. Можно было, конечно, Вита получше. О, здорово, бабуин. Подожди, я без наушников, потому что я тебя слышать не хочу. Понял. Что? Понял, говорю! Кого? Понял. Я один херейда, или на стриме тоже херейда не слышно? Погори, чё-то херейд. Алло, привет! Может, у тебя не работает? А он меня слышит? Я тебя слышу. Да. Да? Алло? А, слышит. Да. Меня слышит. Да. А так, в смысле, у меня все работает? Это у него, значит, что-то не фурычит. Да. Алло! А, ну подожди, звук игры же слышно. Да, а ну звук игры слышно, значит его не слышно только. Он тебя не слышит, пишут. В смысле у меня voice не работает? А меня слышно? Если ты меня не слышишь. Заскамил мамонта просто. Херейт, нафиг, херейт. И Занил написал, я сру, скоро буду. Алло! А, ну вот. Я говорю, у тебя проблема была. Ну вот и все, помешай. У меня это, подарок есть. Привет, меня, а тебя как дела? Понятное, ну давай, ладно. Хорошего тебе всего. А-а-а, ок, хорошо, понятно, ладно, Гала, хорошо тебе всего. Что это было? Чё звук был? 6 Я монитор заплевал, погоди! 6600... Лучший ютубер. Да ядрён! Спасибо, Добер, за 6969 рублей. Прям Перевод. Вот. Точка. Точка. Спасибо за точка за 600 рублей. Спасибо, Домер, что скопировал мое сообщение. Очень уникально и очень креативно. Пиши здесь имя свое. У меня тут написано Базиликихус. Но главное, чтобы здесь не было аноним. И вот если хочешь донатить, все. Ой, ну да, 6969. И пишешь текст. Привет, меня... Меня, а тебя как дела? О, понятно. Ну давай, ладно, хорошего тебе, всего. И такой, я хочу, чтобы этот донат озвучился. Выбирай женский голос. И женщина такая: привет, как тебе дела? Ок, понятно, вот. О, магад!
Что это за звуки, я не понимаю. Это я был. Это я делаю. Вот так вот. Oh my god! Еще раз можешь? Oh my god! Ну. Понятно. Это я тоже... Не, ну сейчас не похоже. Погоди. Это я был! Бум! Да верю, верю, верю. Это я сделал, я говорю, я просто троллю тебя. Ну тут я даже не сомневаюсь. Ну это метеоризм. А это что? На. Яблочный... О! Ты знаешь, что я люблю херейт, яблочный сидр. Слушай, мне твой топ-донатель звонит. Кто? Хочешь поговорить с ним? Домер? Да, хочешь поговорить с ним? Давай, давай. Алло, алло. Секунду, погоди. Слышишь? Ну, слышу. Алло, Серый, ты на стриме, если что, тебя слышно. Привет, Хрейд. IP не менялось? IP? Да. А, ну, слушай, здорово! С тобой Эд здоровается. О, привет! О, привет! Только я его не слышу. А. Ну, да, конечно, наушники-то на мне. Ну да. Логично. Так а что ты наушники на тебя? А что ты не на телефон наушники? Слушай, одной рукой я держу кнопку на вольсчат, второй рукой я держу телефон. У меня третьей руки пока не выросла. А почему? А, хороший вопрос. Да не знаю. Ну все, пускай заходит. Или что он там, какой IP он просит? Че, у тебя в чем проблема? У тебя IP, да? Да у меня не заходит. Хорошо, сейчас я тебе помогу. Че ты пришел? Тебе завтра на работу, а ты пришел. Ты пришел, а завтра на работу. Работа завтра, а ты пришел. Работа, а? Волк в лес не ходит. А? Говорю, работа, а ты пришел. Ты откуда говоришь? Ну, по башке тебе пустой вот это. Вот, и все. Сосиска! Толик Сонечки. Какой нафиг Сонечки? У нас Сонечки здесь нет. Так, мои хорошие, София и Соня, это два разных имени. Тревога! Тревога! Сосиска, на улицу быстро пошли. Сосиска, алло. А-а-а! А, работает. Идеальные тайминги, ты приходишь и такой просто... Так, все, ну сейчас тук по башке. Все, пошли, сосиска, давай. Куда? На улицу. Там холодно, я не пойду, там... Давай, давай. Там, видишь, снег идет. Ну так, а че? Мама не пускает. Пускает, ты живешь же, где там ты живешь? Кемерово. Там тоже такая же погода. Где, на Кузбассе? Нет. Томск? Нет. Омск? Нет. Чё, как оно называется, я забыл, подожди. Кемерово! Не общайся, блин, что мной. Подожди, а где ты живешь? Ну ты возле Новосибирска. В Барнауле я живу. Ну слушай, Кемерово, Барнаул почти одно и то же, рядом возле Новосибирска. Все, пошли давай. Мне нужны все... Что здесь стены нет? Ну ладно. Мне нужны все рабочие руки сегодня. Потому что мы... А, хуже, чем наша. Господи, нафиг, Иксданин, ты меня испугал. Кошмар опять здесь лагает. Шаната! Ты меня забыл, что ли? Иди, одевайся в броньку, мы сегодня пойдем в это. В это. Да, о, как ты был, а как ты так оделся? Как ты, Василий? Смотри назад, не смотри. Посмотрел. Улетел. Так, собираемся все, Сопи! Что нафиг? Господи, куда я нажимаю? Жигулик, а че сейчас? Жулик Плей, я же тебе сказал, ты сегодня с нами играть не будешь. Где он? Вышел. Он уже вышел. Вышел уже. Он сегодня понятливый. Сегодня понятливый. Так он вышел до того, как я это сказал. Ну, поэтому и понятливый. Где Жулик Плей нафиг? Где Жулик Плей? Я же ему сказал не играть. Вот он, смотри. Где? Что перед тобой? Да, сзади. Смотрю тебя на 5 лет. Я его ищу. Варден Карапец, у него был Варден Карапец, и он молчал. Спасибо, Эуэу. Коренусик, 300 рублей. Правляйся, Коренусик. Сегодня что-то банан в больничке лежал сколько? Недели 2-3. Сейчас его вот выписали только. Поэтому все, кто болеет... Репетитору, наверное, по-русскому да, пойдет сейчас. Поэтому болейте все, хотел сказать. Не болейте все. Армянин твоего сердечка будет на стриме? Да в целом, а есть смысл его звать? Господи! Три месяца. Я-то что сделал, ты? Я-то что сделал? Я случайно. Сердце. Я не думал, что ты... сделал? Я не думал, что я так попаду по тебе. Я даже не целился. Слушай. Прости, пожалуйста. Секунду.
За что? Сейчас... Традиция какая-то, в самом начале стрима постоянно меня вот это! Где находится? Эдуард, у вас есть филейное куре? А, у тебя есть кир-сосичка? Нету. А можешь дать кубанку блеба? Что? Кубанку блеба. Кубанку блеба, Надя. Кир-сосичку точно не будешь, да? Буду, есть? А кичёный портофель? Отойди в сторону, дай я его убью, нафиг. Погоди. Еще раз, давайте так, еще раз я увижу тебя у себя в экране, я тебя забаню, жуликплей. Я больше не буду. Все, испарись! А я лотое зяблоко будешь? Буду. Нет, тебе его я тебе не дам. А чачка пипсов есть? Кто? Чачка пипсов. Чачка пипсов, нет. Пипсов или кого? Пипсов! Нет, пипсов нет у меня. А сакет пукариков есть? Сакета пукариков тоже нет. А тебя вообще учиться не здоровали? Да, учиться не здоровали тебя, херает, когда в гости заходишь кому-то. А, здорово! Ты главное, знаешь что? Что? Знаешь что? Ты главное у персикового сидра, не меняй буквы. Знаешь еще в чем? Помнишь, что я говорил тогда? Миска каши тоже. Да, там тоже ничего менять не надо. Не меняйте. Миска каши, ты менял буквы хоть раз? Сейчас поменяю. Мисс Какаши? Да. Ну что, слишком долго это делает. Да, он там печатает просто заново все. А я не понимаю, я глупый. Я тебе сейчас в МСГ напишу, ладно? Мисс Какаши. Ну, мисс Какаша. Там будет всего-то кис. Но это на английском, да? Да, это на английском. А, мисс Какаши. Мисс Какаши. А я думаю, мисс, ну, мисс типа, мисс и миссис. И Какаши. Думаю, что здесь Какаша забыл? Они головного мозга. Он думал, не миска каши, а миска каши. Я еще буквы меняю сторонами, у меня все нормально. А ты тебя допёрло, что я тебе написал? Ну да, теперь-то да. Ярик, простись. Что? Простись. Прощаю. Будь здоров. Извиняюсь. На, это от жены тебе. Вот и вот. Так, кто вентилятор запустил? От джина или от жены? Я не услышал. От жены. От твоей жены, которая в это, с выживания. Миска. А какаши же есть, да? Кто-то такой, это же из какого-то аниме. Мисс Какаши, не? А какаши это из Наруто, из кого это? Какаши это из Наруто. Так, нифига себе у меня алмазов. Извиняюсь. Так у нее опять вот это. А мы с тобой нигде не видимся, можно я тебя заберу ненадолго? Пойдем. Главное, чтобы он за нами не шел. Эдуард, хотите совок Кнега? Давай, да. А хочешь педвежью умыль? Давай. Разрывает ее в последнее время очень часто. Педвежья мыль, это тоже хорошо. Где находится? А, вот, Кленовый городок.